В четверг в Рио-де-Жанейро представили отдельные пиктограммы для всех видов спорта Олимпийских и Паралимпийских игр 2016 года. Такую дотошность организаторы проявили впервые за всю историю Олимпиад. В первую очередь мы очень рады представить все наши предложения Международным олимпийскому и параолимпийскому комитетам. Мы отдельно выделили пиктограммы каждое спортивное событие, и оба комитета их приняли. Это делает нас уникальными. Надеемся, что это естественным образом станет еще одним шагом вперед в истории Олимпиад и примером для будущих игр. Пиктограммы в Олимпиадах используют давно, но раньше это делали не так подробно. Бразильцы же проиллюстрировали все направления каждого вида спорта. По картинкам можно сразу понять, о чем идет речь. Например, велосипедный представлен четырьмя. Над созданием пиктограмм на протяжении 16 месяцев трудились 28 дизайнеров. Всего их 64. 41 пиктограмма символизирует олимпийские виды состязаний и еще 23 – паралимпийские. Летняя Олимпиада в Рио будет проходить с 5 по 21 августа 2016 года.